Исторические заповедники России глазами современных французских художников. Выставка пейзажей известных русских усадеб открылась в Доме культуры в Ясной Поляне. Она организована в рамках российско-французского проекта Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков». Одним из участников является музей Толстого «Ясная Поляна». Год назад, в сентябре, живописцы выезжали в русские усадьбы и делали серию набросков. На картинах запечатлены Марьино, Царское село, Ростовский, Кремль, дворцовый комплекс Ольденбургских, Воронежской области. Экспозиция передвижная. После Ясной Поляны она отправится в остальные усадьбы, участники проекта, а затем во Францию. Так как мы плотно работаем с французской стороной, с организациями садов и парков во Франции, мы решили устроить такой межнациональный проект русско-французский и пригласить русских, французских художников в наши исторические сады и парки, чтобы они поработали на пленэре. И осенью 2017 года мы пригласили современных художников, которые преимущественно живут в Париже, и они достаточно известны, в 7 разных парков России. Какие-то более известные, какие-то менее известные.